А в Новом Хушете открыли сквер памяти национальных героев Дагестана и Чечни Саид Мухаммада Абубакарова и Ахмада Кадырова. Торжественное мероприятие посетили десятки людей. Среди них были представители власти, общественники и религиозные деятели двух регионов. Подробности расскажет мой коллега Хамза Нурмагомедов. Ему слово. Они отдали жизни ради сохранения мира и согласия на Кавказе и России. Первый муфтий Дагестана Саид Мухаммад Абубакаров и глава Чечни Ахмад Кадыров. Сегодня их портреты на двух архитектурных символах – башнях, соединенных мостом. Символ братства, единства и взаимопомощи. Все то, что всегда было присуще отношениям между дагестанцами и чеченцами. На открытие сквера собрались десятки людей, представители власти, общественники и религиозные деятели Чечни и Дагестана. Они вспомнили духовных лидеров, их достижения и выдающуюся роль в добром призыве к единению народов, сравнимую с гражданским подвигом. Этот день является продолжением братства, которое возложили наши предки. Предки, когда они находились в любых сложных ситуациях, всегда они были братьями в обоих республиках. Определенные силы, которые заинтересованы в расчленении России, которые заинтересованы в том, чтобы Кавказ взорвался, словно та страшная машина, взорвавшаяся под этими двумя великими людьми, вот точно так же пытаются взорвать Кавказ, взорвать ту великую традицию дружбы и любви между народами с единым этническим и генетическим корнем, между народами Чечни и Дагестана. Мероприятие посетил и отец Саид Мухаммада Абубакарова. Пожилой аксакал с тростью в руках медленным шагом прогулялся в парке, открытого в честь его сына. Крепкий духом Хас Мухаммад на камеру не говорит о чувстве скорби от потери сына, а уверенным голосом призывает к необходимости идти по пути укрепления добрососедских отношений между республиками и народами, к чему и призывал в свое время сам Саид Мухаммад Абубакаров. Чеченский народ и дагестанский народ живут в соответствии с хадисом пророка, алейхиссалам. Алейхиссалам, у него хадис есть: тот, кто верит в Аллаха, и тот, кто верит, значит, в Яуль-Кияма, то пусть они, значит, любят соседей, пусть они уважают соседей, возвышают соседей. Вот. Поэтому, видимо, из-за бараката вот такого отношения между собой, соблюдая вот такой хадис пророка, алейхиссалам, поэтому, наверное, Аллаху Тааля тоже нам помогает. Сквер памяти героев обустроили в Новом Хушете, возле железной дороги. Проектировщикам удалось создать уютный парк для комфортного отдыха людей. Благоустройство идеальное, очень красиво у вас. Сделали скверик изумительно, замечательно. Пятерочку. Территория данного сквера составляет более 1500 квадратных метров. На ней установили небольшой примечательный мостик над условной речкой и установлены скамейки освещения. Но самый главный символ – это две башни, которые символизируют дружбу между народами соседних республик. Инициатор проекта Саид Асхабов преследовал именно эту цель – сохраняя память о национальных героях земли Кавказа, укрепить мир и согласие между народами Дагестана и Чечни. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала, поселок Новохушет.